Дорогие друзья, всех приветствую вас, официальный канал Нового Тольятти. Сегодня очередная выдача нового автомобиля. Выдаем мы Нива Тревоу люксовая комплектация в цвете кориандр. Кориандр только начали выпускаться, прям только, можно сказать, пошли. И, в принципе, цвет на самом деле зачетный. Подходит он этому автомобилю как нельзя лучше, наверное, да? Смотрите, здесь и внедорожный обвес окрашенный. Цвет кузова идет противотуманные фары, рейлинги на крыше завода. Наружные зеркала также окрашены в цвет кузова. Внедорожный обвес. Диски 16 дюйма. И, кстати, сочетание по дискам здесь прекрасное. То есть именно черное с полировкой как нельзя лучше сочетается именно с этим цветом, с коричневым металликом. Запаска также у нас окрашена под цвет кузова. Датчик парковки, камера заднего вида, брызговики. Рейлинги на крыше, тонировка задней полусферы, это завода-изготовителя, мультимедиа здесь Яндекс стоит. Передние стеклоподъемники, подогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, обогрев лобового стекла. Ну, в общем, вот, друзья, к нам сегодня приехали наши клиенты из города Тамбова. Все, понравилось вам? Все понравилось. Поздравляю вас с покупкой. Спасибо. Хорошей дороги вам. Поэтому, друзья, подписывайтесь, обращайтесь, приезжайте в Тольятти к нам за новой Ладой. Нас всегда выгодно, всегда быстро и есть что... Пока говорится, предложить, показать и приехать и забрать без дополнительного оборудования, только по желанию. Всем успехов, хорошего дня, хорошего настроения. Стоимость данного автомобиля составила 1 585 000. Вот, заранее забронировали, ну, приехали, сегодня забрали. В течение 30 минут. Все. До новых встреч, удачи, пока.